Эрика Олбрайт, сука. Думаете, это потому, что ее семья сменила фамилию Сальбрехт? Или потому, что все девчонки из Бостонского, суки? Обратите внимание, с виду у нее третий размер. Но она не брезгует помощью всяких штучек из Victoria's Secret. У нее максимум второй, да и тот с натяжкой. Так что реклама все врет. Честно говоря, мордашка у нее ничего. Надо что-то придумать, чтобы выбросить ее из головы. Дело не хитрое, но нужна идея. Я, правда, чуток перебрал, врать не буду. И плевать, что еще 10 нет, да к тому же вторник. Билли. У меня на мониторе люди Кёрклинда, и фотки у некоторых ужас-ужас какие страшные. Билли Ольсон предлагает поставить эти фотографии рядом с портретами домашних животных и устроить голосование, кто сексуальнее. Блестящий, мистер Ольсон. Да, так и сделаем. Только лучше не домашних животных, а просто двух людей сравнивать. Рейтинги людей под фотографиями симпатичнее, чем, скажем, выбирать число для обозначения сексуальности, как делают на ктокруче.com. Первым делом нам понадобится куча фоток. К сожалению, в Гарварде нет централизованного фотоальбома, так что придется выдергивать фотографии из разных корпусов. Начинаем взламывать. Все открыто, а база висит на Apache и проиндексирована. Теперь Виггет. Это все, что нужно, чтобы полностью скачать весь фотоальбом Кёрклунда. Плевое дело. Дальше Эллиот. У них тоже все открыто, но нет индексных файлов. Я могу запустить пустой поиск, и он мне выдаст все фотки на одной странице. Потом я просто сохраняю страницу, а дальше Mozilla все сделает за меня. Отлично. Продолжаем разговор. Прошу прощения, дамы и господа. Вы находитесь в старейшем и одном из самых престижных клубов не только Гарварда, но и всего мира. Я приветствую всех на первом празднике осеннего семестра в клубе «Феникс». Заботятся о безопасности. Они требуют вводить логин и пароль. Но вряд ли у них есть доступ к главной базе данных научного факультета, так что они не смогут меня засечь. В Адамсе никакой системы безопасности, но стоит ограничение результатов поиска по 20 на страницу. Берем скрипт, которым мы пользовались в Лоуле, и все в порядке. В Куинсе нет раздела «Люди»? О, черт. Тут уж ничего не поделаешь. В Данстре все больно осторожные. Тут вообще нет никаких папок. Придется запустить поиск. Если он выдаст больше 20 результатов, их не покажут. А если результаты есть, вам не дадут прямых ссылок на фотки. Направляют на PHP, а там редиректят. Жесть. Придется напрячься. Потом сделаем. Жизнь с акулами начинается. Что? Здоровенная белая рыбина. Спасибо. Левера чуть получше. Тут можно запустить пустой поиск и получить ссылки на странички всех студентов. Но эти гады разрешают просматривать только по одной фотке, а там на минуточку 500 страниц. Да уж. Придется ломать редактор и менять Perl скрипт. Готово.